Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на повестке дня вопрос о том, какие могут быть трудности у семьи атеистов при миграции в Канаду. И вообще, я так понимаю, что не стоит вопрос, насколько здесь у нас хорошо или плохо с религиозной терпимостью или нетерпимостью. Ответ, на самом деле, и видео будет очень краткое, потому что Канада – страна, которая не только декларирует, но и реально выполняет такой пункт, как уважение всех и вся. До тех пор, пока ты не делаешь чего-то такого, что делает дискомфорт для соседнего человека, физический дискомфорт какой-то, да, там типа не бьешь ему стекла в окнах, там, не называешь его козлом там, или еще что-то такое. До этого момента абсолютно все в Канаде разрешено. Государство никак, никоим образом не влезает в религиозные дела, в личную жизнь граждан и так далее. Чиновники, политики и так далее, они активно принимают участие абсолютно во всех праздниках, религиозных праздниках, которые только есть в мире, потому что в Канаде присутствуют абсолютно все национальности, которые только могут быть, для того, чтобы показать свою солидарность с какой-то общиной, для того, чтобы заручиться поддержкой какой-либо общины. Поэтому, если мы говорим о религиозном сознании, об атеизме там, и так далее, верьте или не верьте во что угодно, или не верьте ни в кого вообще. Вам никто слова поперек не скажет, потому что это ваше личное дело. Еще раз говорю, что Канада – та страна, которая реально заботится о том, чтобы любой человек себя чувствовал максимально комфортно. И поэтому у вас есть право, у вас будет право, когда вы приедете в Канаду, жить так, как вам хочется, верить в то, что вам, в то, во что вам хочется верить. Или, если вы атеист, жить совершенно спокойно, никак нигде не соприкасаясь с тем, что то, что вы ни в кого не верите, является, я не знаю, чем-то плохим там или еще что-то такое, что может вызывать обеспокоенность там у сограждан или у государства и так далее. Поэтому, еще раз говорю, спите спокойно, эмигрируйте на здоровье, верьте или не верьте во что угодно. Канада – свободная страна, Канада – страна, которая вас в любом случае примет, будет защищать вашу позицию, и вы будете в ней чувствовать себя максимально комфортно. Затем откланиваюсь. Не берите в голову всякую чепуху, собирайте вещи, приезжайте. Всем пока-пока.